сосед лунный сын, нарубивший дрова. Древо жизни свое погубил за зрак. Каюсь, мой отец, не кляните меня. Я утром уж виною своею распластан. Я тону без воды и горю без огня. Мне не нужен ваш меч, мне нужна ваша ласка. От спички загорится пламя. Привет. С приездом вас. Я не знаю, давно ли ты приехал? Что такое? Я приехал на днях. Мне знаешь, что от тебя надо? Мне надо, чтобы ты объяснил и рассказал в двух словах, конечно. Очки сними так прилично. Ты тоже в очках? Здравствуйте. Заворачивай. Саша, ну... Вот теперь я одену. Хоть это не... Хорошо, действуй. Ну, сегодня день поселка, и, собственно, поэтому и происходит это действие на сцене возле винограда. Кто участвует? Насчет участников я не могу конкретно сказать, потому что у меня все там записано, а памяти я вижу, мало держу. Вижу, там симферопольские артисты, там есть наши местные. Симферополь, Севастополь, индийские танцы, индийская музыка, акустический вот сейчас играет дуэт. Потом, дом культуры города Судак имеет отношение? Ну, можно сказать, имеет, потому что одно из подразделений Дома культуры Судак с утра проводило, как это сказать, у них там был конкурс. Это в самом поселке, да, вы проводили празднование? На стадионе. А сейчас здесь уже культурная программа, насколько я так понимаю, да? Это дневная культурная программа. Вечером еще будет культурная программа. Гости из Судака, операция «Ы», новосветская группа, и гости из Судака, Jet Steam. А, вот как интересно. И фейерверк, да, с салютом обязательно? Фаер-шоу и вручение грамот. Так, а шашлык с пловом? Я приехал ради шашлыка и плова. Ну вот с этим уже. Я вот сам со спичкой хожу. А, ну я понял. Хорошо, пойдем с тобой искать тогда шашлык с пловом и кваса. Вот. Вот как приятно. Ну, местные вот и встретились. Я так понял. Здравия желаю. Праздник продолжается. Крымский курортный поселок Новый Свет, бархатный сезон 2015 года. Сентябрь месяц на дворе, ребята. Сентябрь месяц, 19 число. Вот так вот оно в Крыму сейчас. Крымский репортаж. Я здесь живу. Вот так вот.